Всем привет, продолжаем играть в Mount & Blade. Мы с вами привезли зерно этим людям. А, да, вот ваше зерно. На 26. Нормально увеличилось на 26, блин. Вы адекватные? Я ему просто зерно привез. Ну, чтобы вы понимали, я ему привез зерно, у меня было минус 2, у него отношение, и стало 24. Я ему почти как брат сейчас, блин. Вы издеваетесь? Нормально. Сегодня, кстати, прохладно. Kill them all! Infantry! Charge! Archers! We'll move! Attack! Я не хотел просто, чтобы ребята на лошадях запутались. Attack! Group charge! Charge! Мужчина закрытый в бою. Да, броня не самая лучшая, конечно. Но это время. Как только я зайду воевать за какие-нибудь более-менее адекватные людей, за какого-то экстрана, то скорее всего, если вы солдат не будем знать, что там есть такое. 2-1 к известности, 2 грабителя в плен и куча барахла, опять же, как обычно, которое мы сдадим и получим с него неплохую прибыль. Тут заданий нет, этих 22 человечка я бы убил тоже. Ну ладно. А, тут заданий тоже нет. Кстати, вот я к ним бы присоединился. Они очень неплохо расположены. Так удобно, по крайней мере. Трактир. Сдать всех, кого мне не нужен. Рынок. Оружие сдать. Вещи эти сдать. Все. Зашибись. 300 монет. Конечно, мало, но хоть что-то. Так, что там за задание у нас? Постоянно... Этот. Да. Так, что у нас тут? Шикарно. Боже, обожаю это задание. Я бы не знаю, что бы делал, если бы не такие задания. Это задание на дезертиров, которые грабят бедных селян. С удовольствием вам помогу, ребята. Просто с удовольствием. Плюс у нас есть место на еще одного сопровождающего, которого мы тоже заберем. Я думаю заехать в этот город, зайти в боже, трактир, посмотреть, кто есть. Если это будет кто-то адекватный, мы его заберем себе. И после этого отправимся дальше. Нам бы не помешал на самом деле лучник. Именно адекватный, хороший лучник. Footmen! For horse move! Everyone! Опять же, я не хотел, чтобы лошади запутались. Как у этих ребят сейчас. Come on!
Хорош. Атак! Хорош. 3,7 к известности. Есть пленные, причем немало. Вьючная лошадь, хороший щит. Нет, фигня щит. Фигня меч, копье. Такое себе тоже. Такое себе, такое себе, такое себе. Это все можно продать зато. А, да. Задание. Сдать. Вечно забываю, что это задание требуется еще и сдать. Все, у нас уже до 6 поднялось. Отношение с ним 313, известность нашего клана. Что весьма неплохо на самом деле. 313 это уже очень даже хорошо. Так, это продать. Ладно, это тоже продать. 22, 71 человек у меня сейчас. Почему? Один ранен и двоих убери, я так понял. Хорошо, понял. Значит, мы с вами наберем в ближайшее время новых каких-то ребят. Было бы неплохо найти пленных каких-то у кого-нибудь. Да, что в этой Атак! Части не очень удобно, так это то, что... Да, мне нужны опять конные лучники, а то у меня один лучник как-то не по-человечески, что ли. Конные лучники нужны. Но для них нужны боевые лошади. В принципе, это очень... Хорошо. Kill them all! Ну что сделали систему, что нужно именно лошадь тебе, чтобы была, чтобы улучшить до всадника. И без лошади до всадника улучшить по-другому. Все было нормально. Реалистичность минус, но зато было удобство. Сейчас, чтобы улучшить боевой план. Все, в принципе, не слабо напрягает, они не очень дешевые и. Достаточно тяжело их найти. Атак! Бейте всех, пожалуйста. Еще один остался. Kill them all! Уже 27 градусов у меня в квартире, к сожалению. Я включу немного вентилятор. Вы извините за шумы, если что, на фоне, поэтому... Так, ладно. Музыки сейчас нет. Музыка решила, что... Ее не должно быть тут. Ни сейчас, ни сегодня. Дам. У нас есть улучшение. Улучшение. Берсерк. Хорошо. Разведчик. Берем. Страж Хана. Пехотинец, арбалетчик. Вот делаем. Лучники, пехотинцы. Давайте пехотинцу. Итого 1200, блин. Не слабо так. И в день я уже плачу 615 монет. Это за то, что у меня есть просто ребята, которые более-менее прокачанные. Например, вот этот... Стражник Хана. Стунийский всадник. Разведчик. Да, неплохо. У меня, кстати, не так много всадников, поэтому... Нормально. Что мы делаем с вами сейчас? Мы с вами отправляемся в
поисках новых заданий, опять же. О, мародеры, 24 человека. Еще 22. Если бы они объединились, было бы вообще шикарно. Мне бы не пришлось бегать за каждым отдельно. То есть один большой отряд в 46 человек я разбить смогу в любом случае, даже с потерями. Но мне не придется хотя бы бегать за ним. Что было бы очень неплохо. Ну ладно. Могло быть и хуже. Infection! Move! Mountain! Forward! Infantry! Forward! Boom! Move! Infantry! Move! Infantry! Forward! Идем. Horse archers! Forward! Сейчас лучники просто расстреляют ближайших. Попал. Не попал. Ой, серьезно? Попытались сбежать все. Развернулись, 20 человек. Побежали обратно. Он 11 человек из 24. Но я, правда, и убил большую часть просто на ровном месте. Что? Обучить солдат. Спасибо, нет. Не надо. Ненавижу это задание. По одной простой причине, они у меня умирают быстро, все. Плюс надо обучать их на мелких отрядах, вот как сейчас было. Семейная вражда. Тоже отвратительное задание. Извините, не буду участвовать. А, тут нечего. Тут крепость. Давайте в эту деревушку съездим. Трое, девять. Что у вас за желание кого-то грабить, ребята? 13. 13 это уже количество нормально. Больше 10 это уже нормально. Трое. 9. 4. Да ну вы издеваетесь, что ли? Я не могу бегать за отрядами из двух человек. Это же глупость. Так, давайте мы вот сделаем по-другому. Мы зайдем сюда. Нанять войска. А, тут нет войска. Ладно. Трактир. Продать пленных. Наемная стража, 2 человека, а мне как раз двоих не хватает. Давайте возьмем. И за... Блин, твою мать, я не могу теперь забрать чувака. Если тут даже кто-то есть... Ты кто? А, ты кто, горожанин? Горожанин. Я разыграл горожанин, игрок, горожанин. Работорговец, серьезно. Хотя да, в принципе, кому я по-вашему продаю этих ребят? Я им и продаю, работорговцам. Еще горожанин. Мне некуда его брать, у меня 74 человека. Полная комплектация. Полная. 74. К сожалению, я сначала взял двух этих, а потом только вспомнил, что хотел взять еще одного человека к себе. Фрегиан по заданиям тихо.
Давайте дальше посмотрим куда. Давайте сюда же. И рванем. Тут все тихо. Тут то же самое. 5 рекрутов. Нужен... Да, давайте сдадим ему парочку ребят. Пускай они с ними ездят. Будет нормально. Так. Давайте холмистого. Так. Готово. Все, он пойдет с ребятками, будут выполнять задания. Мы пока поедем, повеселимся. Найдем еще какого-нибудь местного, кто может дать нам задание. 11 дней их не будет. Хорошо, мы будем платить меньше, во-первых. Во-вторых, мы получим после этого задания плюс денежку. Так, что тут? Да, шикарно. Обожаю это задание. Просто обожаю. Блин, если б не было дезертиров у этого задания, я б, наверное, с ума сошел бы тут бегать за этим каждым дурачком, который себя мнит. Дезертиры, ура. Да, мы на сотню монет меньше платим. Весьма неплохо. Давайте сейчас подождем их всех. После этого будет видно. Archer! Move! Forward! Horse archers! Move! Soldiers! Move! До меня не подвигайте, ребята. Mounted archer! Soldiers! Готово. 4-1. Кстати, неплохие войны. Что они как маленькие начали убегать, непонятно. Броня неплохая. Ну, она нам не особо нужна, но она неплохая. Давайте сдадим это задание, получим половинку от награды. Можно забрать всю, но я не хочу. Половинки нам будет достаточно.
Так. На 6 увеличились отношения с этой землей у нас. В принципе, на данный момент мы на сегодня закончили. Продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Всем пока.